Эволюция человечества встроена в духовную традицию веданты. Человек есть переходное существо. Он не есть венец творения ни в коем случае. Он не есть венец природы. Это во многом несовершенное существо, но в него заложена возможность развиваться и эволюционировать. И философия веданты рассматривает такую возможность эволюции. Человек должен стать совершенным существом. И это совершенное существо рано или поздно должно стать богосуществом. Что говорится в тексте Мокшадхарма? Это часть знаменитого эпоса Махабхарата. «Не страшная мощью смерть, ни страдания, о царь, над безмерно великолепным йогином не властны».